52 спортсмена, среди которых и кандидаты в мастера спорта, приняли участие в ежегодном чемпионате по дзюдо. Главный судья Юрий Шумаков признается, что эти соревнования не только выявляют сильнейших, но и поднимают боевой дух спортсменов-дзюдоистов. Соревнования традиционные, ежегодные, проходят в любую погоду, в любое время. Если помните, в прошлом году в апреле буран был, даже в этот буран мы проводили эти соревнования. Мало того, я скажу, что эти соревнования, вот по дзюдо, чемпионат ЮРГУ, это единственный вуз, где проходит традиционно уже на протяжении, я сейчас не могу сказать, но больше 20 лет проходят эти соревнования. Невзирая ни на что, дзюдо у нас любят. В этом году они, как всегда, хороши, они борются с желанием, если даже кому-то мастерства не хватает, но глаза горят, они волнуются, они приходят же, они же в чем-то себе отказывают, они отпрашиваются в институте, потом им приходится отрабатывать занятия. Они во многом себе отказывают. Это хорошее испытание для мужчин. Всего было заявлено 8 весовых категорий. От 55 до свыше 100, каждый из которых определяли победителя. Некоторые борцы участвовали в соревнованиях по дзюдо впервые, но уже показали достойные результаты. Первый раз выступал на соревнованиях по дзюдо. До этого я выступал по самбо. Но как таковых еще таких больших успехов не было. Первая такая моя грамота по дзюдо параллельно самбо, это вот это. Мне очень понравились соревнования. Участники были достойны. Спасибо всем. Чемпионат по дзюдо проводится ежегодно, и с каждым годом в нем участвуют все больше борцов. Организаторы отметили, что постепенно привлекают к этому виду спорта спортсменов из других боевых искусств.